подсолнечник декоративный. Известно, что подсолнечник попал в Европу из Америки, когда испанцы начали ее завоевание. Известно, как и многие другие культуры, подсолнечник выращивался как декоративное растение, но гораздо позже европейцы смогли оценить иные его достоинства и обнаружили в семенах значительное содержание масла. Поговорим сегодня о декоративном подсолнечнике, который пестрит своим разнообразием. Среди них есть и однолетние, и многолетние растения. Подсолнечник декоративный обладает компактным крепким кустом, который не выдерживает весенних заморозков. Сам цветок крупный, с чудесной цветовой гаммой, которая колеблется от ярко-желтого цвета до винно-красного. Семена декоративного подсолнечника высевают с середины мая, при этом лунка от лунки должна быть удалена на 35-45 см.